Победу на третьем татаме одержала Анастасия Кичева, Москва. На третьем татаме весовой категории до 40 кг приглашаются Юна Герасимова, Южный федеральный округ, и Екатерина Сафронова, Уральский федеральный округ. Готовится к выступлению на третьем татаме Эвелина Петрова, Центральный федеральный округ, и Елена Шманина, Уральский федеральный округ. Татьяна Савицкая, Северокавказский федеральный округ.